Этой ночью в Екатеринбурге на Химаше 17-летняя девчонка села за руль родительской девятки, чтобы покатать двух своих приятелей. В итоге автомобиль, вылетев с дороги, врезался в железобетонный столб. Бесправная юная покатушница в коме. Ее попутчики 17 и 22 лет в больнице с тяжкими увечьями. Судя по записи, с дорожной камеры наблюдения основной удар неуправляемой торпеды пришелся как раз в левый бок. Как уточнили в ГИБДД, рулевая ВАЗ-2109 двигалась по улице Дагестанской в сторону альпинистов. Выбрала небезопасную скорость, потеряла контроль и наехала на опору освещения. После госпитализации трех юных пострадальцев сотрудники ДПС на месте исследовали все обстоятельства дорожной драмы и позже передали материалы расследования в инспекцию ПДН, которая решит, как наказать родителей девчушки, которая, судя по всему, без спроса взяла ключи от машины. Поступок чисто пацанский. Похоже, есть в большом городе девчонки, которые в смысле безбашенности похлеще мальчишек будут. И одна из них укатала себя до комы.